Вчера поступил в больницу Мечникова Артем. Ему 35 лет. У нас земляк с Кривого Рога. В Авдеевке, в промзоне, получил минозарывное ранение. Осколки побили шею, грудь, живот, конечности. Ему была оказана помощь в полном объеме. У него тяжелая кубаротравма, и нашим докторам придется делать все возможное, чтобы сохранить слух. И те ранения конечности, ранения груди, шеи, которые на настоящее время есть, они ушиты, и не беспокоят, и для жизни не предоставляют опасности. Сейчас дойду до кабинета, позвоню и скажу. Ты передал привет. Артем передал привет.